То есть он забросил 30 и более шайб. Ну, то есть надо 30 шайб забить, чтобы войти вот в этот почетный клуб. Для защитника, безусловно. Но сезон на сезон не приходится. Команда на команду не приходится. И это тоже верно. Так, заканчивается атака ЦСКА броском поворотом Ильи Жо. Кирилл Капризов. Так. Нам еще раз показали момент с участием Капризова и Ежова. Да, Капризов задел Ежова. Но он может теперь говорить, я случайно приехал во вратарскую. Так же, как и Слепышев. До конца матча удаляют Михаила Григорьевича Кравица, насколько я понимаю. Эмоции бьют через край. Вот и тренер не смог их сдержать. Так, подожди, или Головков. Подожди, непонятно. Кого объявляли? Головков уходит, все. Потому что я сейчас смотрел на Кравица, который двинулся куда-то там в сторону раздевалки, а на самом деле десятку получает Головков, и он продолжает. Да, Игорь Головков крайне недоволен, но все же момент окончен, нужно все же идти в раздевалку в этой ситуации. Да, судьи уже решение не отменят, и вот просто там неподалеку Александр Соин находится, и вот оно поведение Головкова. Я думаю, что на СДК, да я уверен, вынесут на СДК этот момент. Ну, да, держались ребята в красной форме.